Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Сегодня я буду готовить котлеты. А знаете из чего? Посмотрите, это куриная печень. Очень-очень вкусненькие котлетки получаются. Если кто-то из вас не готовил такие котлеты, пожалуйста, приготовьте. Кушаю такие котлетки. Просто берем хлеб на хлеб, кладем и кушаем. И завтрак, и обед, и ужин. Или же там с пюрешкой. Ну, будете знать, вот кому как будет нравиться, так и будет кушать. Но я советую, очень вкусненькие. И притом готовим просто так же, как все котлеты мы готовим. Итак, печеночку мы хорошо вымачиваем в воде, чтобы крови не было. Вот видите, она у меня сейчас вот такая вот бескровная, вот и чистенькая. Один репчатый лук большой берем. Ну, я буду сейчас все это молоть на электромясорубке, поэтому я порезала. И теперь вот у меня 4-5 зубчиков больших чесночка. Вот. Чем больше чесночка, тем будет вкуснее наши котлетки из печенки. Ну и, конечно же, мы возьмем белый батон, или сухой, или же свежий. Размочим водички, там чуть-чуть в воде подержали, выжали хлеб. И тоже мы сейчас все это помелим. И, конечно же, нам понадобится одно яйцо. Итак, дорогие хозяюшки, все у нас готово. Печенку я помолола, хлебушек белый помолола, луковицу и чеснок тоже помолола. Хорошенечко перемешала ложечкой. Сюда я всыпала соль по вкусу, каждый по вкусу. Много сильно не пересаливайте. Затем сюда я помолола горький перец и душистый перчик. И добавила сюда 1/2 чайной ложки хмели-сунели. Если кто-то не любит хмели-сунели, но я думаю, что все любят, потому что хмели-сунели дает такой вкусный аромат. Вот. Можете тогда хмели-сунели сюда не всыпать. Теперь я возьму одно яйцо и сюда разобью в наш фарш. Готово. Перемешиваем. Фарш у нас будет редкий, не волнуйтесь. Когда мы включим сковородку, нальем туда масло растительное, будем ложечкой набирать столовой ложкой, и вот он будет редкий. Все равно вот берем сразу на ложечкой, опускаем на сковородку, и он сразу становится, котлетки становятся тверденькими, в смысле тверденькими, но на вкус будут очень мягкими и вкусненькими. Ну вот. Сковородку я нагрела, налила подсолнечное масло рафинированное. И вот смотрите, ложечкой, ложка не полная, редкий фарш. Видите, он как расплылся. Теперь он берется, я беру сейчас палочки наши, выручалочки, и буду переворачивать. Готово, смотрите, я перевернула их, все они целенькие, все такие вот аккуратненькие. Все, я еще разочек переверну и буду снимать. Все. Наши котлетки из куриной печеночки готовы. Посмотрите, какие они красивые, не разлевшиеся, очень хорошо снимаются. Вот. И очень вкусненькие. Кушают как горячими, то есть теплыми или холодными. Вы то, что не покушали, складываете в мисочку куда-то там, какую-то тару, и в холодильник. Из холодильника очень-очень вкусные, вкуснее, чем горячие. Так что, дорогие хозяюшки, готовим такие котлетки. Очень вкусненькие, очень быстро готовятся. Перемолол, все ложечкой выложил и кушаем. Все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего самого доброго всем. До свидания.